Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами продолжаем наш плейлист. У нас с вами закончилась контрольная работа по правильным глаголам. Пишите, как у вас дела, как у вас успехи. Мы сейчас переходим к неправильным глаголам. Итак, неправильный глагол «приносить» — это будет «bring». И вспоминаем три формы. «Bring», «brought», «brought». Мы с вами разбирали некоторые глаголы в рамках первого уровня. Но сейчас также будут новые глаголы, некоторые новые лексика и грамматика. Здесь нам нужна именно вторая форма для образования простого прошедшего времени, но третья форма тоже понадобится скоро. Bring, brought, brought. Этот проект приносил им хорошие деньги. Этот проект, this project, приносил им, brought them, хорошие деньги. Good money. This project brought them good money. Видите, здесь именно вторая форма, это понятно грамматически. Третья форма идет в более сложных конструкциях. Далее. Вопрос. Это принесло ему настоящее счастье? Это принесло ему это? Did it принесло ему bring him настоящее счастье? Real happiness. Did it bring him real happiness? Это принесло ему успех и большие деньги. Это принесло. It brought ему. Him. Успех. Success. И большие деньги. And big money. It brought him success and big money. Следующий глагол «иметь в виду» означать «mean». «Mean» – «meant» – «meant». «Mean» – «meant» – «meant». Вопрос. Что это означало? Что? What это означало? Did it mean? What did it mean? Вопрос. Что ты имел в виду? Что? What? Ты имел в виду? Did you mean? What did you mean? Это означало следующее. Это означало It meant следующее The following. It meant the following. Это означало следующую вещь. Это означало It meant следующая вещь The following thing. It meant the following thing. Передать. Вот есть глагол есть, это глагол eat. И формы at, eaten. А передать. Приставка over добавляется. Получается over it. Соответственно, переел with over at. Over at. Третья форма по аналогии over eaten. Получается over eat, over at, over eaten. Я старался не переедать. Я старался. I tried не переедать. Not to overeat. I tried not to overeat. Он часто переедал. Он часто. He often переедал. Overeat. He often overeat. Следующий глагол. Держать. Сдерживать. Это глагол keep. Keep. Формы. Kept. Kept. Keep. Kept. Kept. Он сдержал свое обещание. Он сдержал. He kept свое обещание. His promise. Видите, это стоящее выражение. Именно, например, словом обещание, слово. He kept his promise. Она сдержала свое слово. Она сдержала. She kept свое слово. Her word. She kept her word. Видите, стоящее выражение. Kept his promise. Она сдержала свое слово. Видите, тоже стоящее выражение. Kept her word.
Но здесь, видите, соответственно, я могу про себя сказать I kept my promise, I kept my word. Это просто, видите, модель. Итак, повторим. Bring, brought, brought. This project brought them good money. It did bring him real happiness. It brought him success and big money. Mean, meant, meant. What did it mean? What did you mean? It meant the following. It meant the following thing. Overeat, overat, overeaten. I tried not to overeat. He often overat. Keep, kept, kept. He kept his promise. She kept her word. Я сохранил этот секрет. Тоже эта фраза. Сохранить какой-то секрет — это keep a secret. Keep a secret. Если свой секрет, соответственно, получается keep my secret. Если этот секрет, keep the secret. Я сохранил этот секрет. I kept this secret. I kept this secret. Следующий глагол — показывать. Это глагол show. И мне почему-то раньше казалось, что это правильный глагол, давно когда-то. Потому что видите, вторая форма showed. Кажется, что иди — правильный глагол. Но нет, смотрите. Третья форма неправильная. Shown. Show, showed, shown. Я показал действительно хорошие результаты. Я показал. I showed действительно, really, хорошие результаты. Good results. I showed really good results. Она показала мне свою комнату. Она показала мне. She showed me свою, то есть ее комнату. Her room. She showed me her room. Он показал мне свой дом. Он показал мне. He showed me свой дом. То есть его дом. His house. He showed me his house. Глагол знать будет know, new, known. Know, new, known. Я знал это в начале. Я знал это. I knew it. В начале эта фраза in the beginning. Если просто в начале, то именно in the beginning. I knew it in the beginning. И другой пример. Я узнал это в конце. Я узнал это. I knew it. В конце. Значит, фраза по аналогии в конце. In the end. Если просто в конце, то также in the end. I knew it in the end. Я знал, как это работало. Я знал. I knew, как это работало. How it worked. I knew how it worked. Я знал, что делать. Я знал. I knew, что делать. What to do. Видите, если у нас с вами неправильная форма глагола делать, там что делать, то именно what. What нужно ставить. I knew what to do. Скажем по аналогии. Я не знал, что сказать. Я не знал. I didn't know, что сказать. What to say. Видите, также неправильная форма, что делать, сказать, поэтому what. I didn't know what to say. I didn't know what to say. Далее. Я знал, куда пойти. Я знал. I knew. Куда пойти. Куда where? Пойти. To go. I knew where to go. Я не знал, что делать. Я не знал. I didn't know. Что делать. What to do. I didn't know what to do. Он не знал, куда пойти. Он не знал. He didn't know. Куда. Where. Пойти. To go. He didn't know where to go. I kept the secret. Show. Showed. Shown. I showed really good results.
She showed me her room. He showed me his house. No new known. I knew it in the beginning. I knew it in the end. I knew how it worked. I knew what to do. I didn't know what to say. I knew where to go. I didn't know what to do. He didn't know where to go. Я не знал, как это сказать. Я не знал. I didn't know. Как. How. Это сказать. Дословно, сказать это. How to say it. I didn't know how to say it. Я не знал, что сказать ему. Я не знал. I didn't know. Что сказать ему. Ведь опять же, сказать непродуманной формы, значит, what. I didn't know what to tell him. I didn't know what to tell him. Следующий глагол. Приводить. Лидировать. Lead. Lead. Led. Led. Lead. Led. Led. Его усердная работа привела его к успеху. Его усердная работа. His hard work привела его, led him, к успеху. Вот приводить к – это lead to. Led him to success. His hard work led him to success. И это решение привело к новым проблемам. Это решение, this decision, привело, led to новым проблемам. New problems. This decision led to new problems. Далее уже немножко более сложные примеры. Давайте попробуем перевести. Как говорится, let's try to translate it. Let's try to say it correctly. Итак, эти протесты привели к революции. Эти протесты, these, значит, протест будет protest, protest, протесты, these protests, привели к, led to, революции, a revolution, led to a revolution. These protests led to a revolution. Значит, смотрите, слово революция, revolution, обычное исчисляемое в английском языке, поэтому ставится артикль. Так по умолчанию говорят. Видите, поэтому led to a revolution. Нужно запомнить. These protests led to a revolution. И вот такой пример. Это была революция. Как мы скажем, также, смотрите, тоже с артиклем. Это была... It was революция. A revolution. It was a revolution. Давайте еще более сложный пример. Сейчас просто пришло в голову. Это была культурная революция. Это была... It was культурная. Вот смотрите, культура – это culture. Culture – это культура. А культурная – cultural revolution. Но опять же, мы говорили, что это обычно исчисляемое, поэтому нужно поставить артикль. It was a cultural revolution. It was a cultural revolution. Это была культурная революция. Или, например, эти события привели к культурной революции. Эти события. Да, вы просили лексику новую, пожалуйста, плейлист спланирован, здесь очень много как раз лексики, и она выполняется очень активно. Так, эти события. Вот тоже меня очень часто спрашивают, как сказать события? Эти, these, события. События – это event, а события – events. These events привели, led to, культурной революции. A cultural revolution, revolution. These events led to a cultural revolution. Далее. Это была настоящая революция. Это была... It was настоящая революция. Опять же, видите, дословно настоящая, это будет real. Революция, revolution. Но мы говорили, что здесь нужно поставить артикль, что это исчисляемое, поэтому, видите, it was... A real revolution. It was a real revolution. Давайте более сложный пример, но интересный. Это была настоящая революция в технологии. Это была... It was
Настоящая революция. A real revolution. В технологии. In. Технология будет technology. Technology. It was a real revolution in technology. Но можно также рассмотреть более сложный пример, если хотите. Мы все видим, что это была настоящая революция в технологии. Как это сказать? Мы все видим. We all see, что that это была, it was, настоящая революция, a real revolution, в технологии, in technology. В принципе, также можно перевести в технологиях, или в технологии, или в технологиях. Вот на английском просто говорят technology, то есть как технология и как технологии, обычно именно говорят так. Поэтому также можно перевести в технологиях и в технологии. По умолчанию переводим дословно. We all see that it was a real revolution in technology. My friends, I see that you're shocked a little. Мои друзья, я вижу, что ты шокирован немного. Но действительно, мы с вами идем к более высоким уровням, и необходимо знать не только грамматику и лексику, в этом особенность этого плейлиста. То есть здесь грамматика очень сильная, лексика очень мощная, и также много практики, и более даже мощное аудирование более быстрое. Соответственно, let's repeat. I didn't know how to say it. I didn't know what to tell him. Lead, led, led. His hard work led him to success. This decision led to new problems. These protests led to a revolution. It was a revolution. It was a cultural revolution. These events led to a cultural revolution. It was a real revolution. It was a real revolution in technology. We all see that it was a real revolution in technology. Следующий глагол – кормить. Кормить будет feed. Feed, fed, fed. Feed, fed, fed. Я покормил своего кота. Я покормил. I fed своего кота. My cat. I fed my cat. Также, в принципе, можно перевести «я покормил свою кошку». Cat – это кот, и кошка переводится. I fed my cat. Он покормил свою собаку. Он покормил. He fed свою собаку. His dog. He fed his dog. Далее более сложный пример. Как ты скажешь? Она покормила детей. Так, правильно ли сказать? Она покормила. She fed детей. Children. She fed children. Смотрите, если мы так скажем, то здесь имеется в виду дети непонятно вообще какие. Это абстрактное какое-то понятие. То есть она покормила вообще неизвестно каких детей. Но здесь имеется в виду, она покормила своих детей, то есть конкретные дети, поэтому fed the children. То есть здесь нужно говорить именно fed the children. She fed the children. Если просто children, то непонятно вообще какие дети, к чему они относятся. Поэтому здесь такой важный момент. Видите, she fed the children. Можно сказать по-другому. Она покормила своих детей, уточнить. She fed своих детей, her children. She fed her children. Или, например, она покормила ребенка. She fed ребенка. Тоже здесь имеется какого-то конкретного. Поэтому получается she fed the child. She fed the child. В значении этого ребенка. She fed the child. Этого или того. She fed the child. В принципе, можно сказать, она покормила своего ребенка. She fed своего, то есть her child. She fed her child. Или, например, она покормила своего малыша. She fed своего, her, малыша, baby. Или, например, малышку. Baby – это малыш и малышка. She fed her baby. Вот такая, видите, важная особенность. Здесь имеется в виду именно конкретно, именно с глаголом feed. Это грамматическая особенность. Далее, следующий глагол – думать. Think. Think. Thought.
thought. Think, thought, thought. Я иногда думал об этом. Я иногда, I sometimes, думал, thought, об этом, about it. I sometimes thought about it. Я думал об этом очень серьезно. Я думал об этом. I thought об этом, about it, очень серьезно. Very seriously. I thought about it very seriously. Следующий глагол. Находить. Find. Find. Found. Found. Find. Found. Found. Я нашел свой бумажник. Я нашел. I found свой бумажник. My wallet. I found my wallet. Я нашел свои ключи. I found свои ключи. My keys. I found my keys. Я нашел это место. Я нашел. I found это место. This place. I found this place. Feed, fed, fed. I fed my cat. He fed his dog. She fed the children. She fed her children. She fed the child. She fed her child. She fed her baby. Если здесь мы с вами скажем, что такое пояснение грамматическое, например, she fed a child, то есть это может означать, если мы так скажем, она покормила ребенка какого-то на улице. То есть неизвестно вообще, какого ребенка на улице. She fed a child. Она покормила ребенка. Неизвестно на улице, а именно конкретного, это fed there. The child. She fed the child. Это своего ребенка. She fed the child. She fed her child. She fed her baby. Think. Thought. Thought. I sometimes thought about it. I thought about it very seriously. Find. Found. Found. I found my wallet. I found my keys. I found this place. Я нашел это место, наконец. Я нашел. I found это место. This place. Наконец. At last. I found this place at last. Он нашел хорошую работу. Он нашел. He found хорошую работу. A good job. He found a good job. Я нашел очень хорошую работу. Я нашел. I found. Правильно ли сказать? I found very good job. Правильно или нет? Смотрите, мы говорили выражение have a job, соответственно find a job, find a good job. Ведь это исчисляемый job, поэтому a. Только a. He found a very good job. Если он, если про себя. I found a very good job. I found a very good job. Или просто видите, как здесь. Это просто примеры. Просто модель. Самое главное помнить про артикли. Выражение, смотрите. Have a job. То есть иметь работу. Have a job. У меня есть работа. Найти работу. Find a job. Find a job. Если very, то артикль не исчезает. Он остается. Have a job. Find a job. I found this place at last. He found a good job. I found a very good job. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.